Привет, друзьяки! Ну что, это блок Анатолия Шария, и мы продолжаем издевательство над украинскими псевдо-СМИ. Ну как издевательство? Во-первых, посмотрите, вот так вот ТСН сообщила, да, это же служба теленовостей, об избиении Василия Волги в Запорожье. Постраждав за русский мир. Спроба просунути проросійські погляди в Запоріжжі закінчилася стусанами для лідера Союзу лівих сил Василя Волги. Стусанами? Разве что ладошки свої не потирает. Під будівлею, де Волга мав дати прес-конференцію, його зустріли запорізькі активісти. Їх він почав переконувати в шкідливості АТО та користі дружби з Росією. Йому натомість запропонували забратися з міста. Да-да, за русский мир, конечно. Вот это новости, понимаете? Новости, новости должны сообщать. Там-то и там-то произошло то-то и то-то. Но она вам уже сообщила все. Ну, конечно, не в меняшка, вышел сразу. Русский мир придет, Путин приде, порядок наведе. Угу. Она уже сформировала ваше мнение. Это не новости, ребят. Поки Волга над позицію роздумував, його перервали активісти цивільного корпусу АЗОВ. Василь Волга дістав кілька добрячих стусанів. Кілька добрячих стусанів, говорю ж, разве що з ладошки свої не потирає, потненькі. А тепер вона розповідає об одному з своїх хазяїв, о Корбані. Члену політраду партії УКРОП Геннадію Корбану може знадобитися ще одне стентування судин серця. Давай, опусти хвост, уши прижми. Геннадій Корбан мав змарнілий і стомлений вигляд. Це теж зараз розридається. Геннадія Корбана знову шпиталізували просто із зали суду. Як там Геннадій? Ізображай скорбь давай. Інно, вечір добрий, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про здоров'я пана Корбана? Я попрошу, от більше при диханні давайте, жухи. Лідера партії УКРОП Геннадія Корбана шпиталізували. Йому стало зле вночі. Тільки що ви на дуже короткому примірі ознайомились з правилами української журналістики. Журналістики по-новому, журналістики особливої. Ну, а тепер телеканал ICTV, принадлежащий другому олігарху Пінчуку. І там розповідають о Януковичі, звісно. Ну, зачем нам о других? Янукович. Якщо не Путін, так Янукович же ж. Колись опозиційний донецький журналіст першим розповів про темні плями в біографії Януковича, через що й сам загримів на зону. Янукович зло, Янукович вселенское зло, и показывает журналиста Бойко, небезызвестного, который рассказал о судимостях Януковича, из-за чего и попал на зону. Это рассказывает ведущий, это не я рассказываю. Дальше. Ну вот так вот, такий вот способ думали провчити. Але вышел скандал, через 10 дней я был звільнений. Экс-президент ретельно заметал следы про свое минуле. Получается, журналист рассказал о судимостях Януковича, и Янукович за это журналиста наказал, посадил в тюрьму. Ну, так получается? Так не получается, потому что история давняя, история достаточно известна, и все знают, за что посадили Бойко в свое время. Из-за публикации про криминальный бизнес донецких прокуроров был арестован, провел 10 дней в тюрьме и был освобожден благодаря покровительству президента Леонида Кучмы. Чур меня, я не верю, на ICTV неужели вот так вот тупо нагло соврали? Интервью с Бойко. И здесь интересная личность, журналист, который, попав в тюрьму, использовал это время с исключительной пользой и узнал о судимостях Януковича. Узнал, попав в тюрьму. В тюрьме узнал о судимостях Януковича. И об этом на самом деле много писали. Много писали еще в 2002 году. Бойко, донецкий журналист, в 2002 после публикации материалов расследования о преступном бизнесе местных чиновников, его бросают за решетку. Там он узнает о судимости Виктора Януковича. Неужели на ICTV все-таки соврали? Вы хнык-хнык. ТСН проснулись в 2013. В 2002 после публикации материалов о преступлениях донецких чиновников бросают за решетку. Там он узнает о судимости Виктора Януковича. А вот, собственно, тюремные записки, то есть записки, написанные Бойко в тюрьме. И на самом деле он там узнал о судимости Януковича. Но рассказать о вселенском зле Януковича, не упоминая другое, еще большее вселенское зло, конечно же, не получится. Как же не сказать про Путина, который, вы не поверите, слушайте. У березня 2015 року він тоне в озері Байкал разом з мікроавтобусом Volkswagen. Это про смерть сына Януковича. Вы скажете, и... Нібито не зміг відстебнути пасок безпеки. Ну здесь пора выводить на сцену эксперта. Я дам інформацію для вас, яка може перше прозвучить. Младшого Януковича Віктора показово знищили для того, щоб Янукович повернув гроші. Показательно уничтожили для того, щоб Янукович вернул деньги. Витя, верни деньги. А кому же он должен? Ну, понятно, кому. Щоб привести до влади в Україні свого агента Віктора Януковича в період з 1999
по 2014 рік Кремль витратив астрономічну суму. По моей информации, 4 триллиона фунтов стерлингов, а у них чуть меньше сума. Вбивство молодшого сина стало попередженням російських спецслужб. Мовляв, не повернеш гроші, помре і другий син. Это Путин спасает Януковича из Украины, вывозит его, а потом начинает угрожать. Слышишь, ты деньги-то верни. Верни деньги, потому что, видишь, одного сына убили, сейчас и второго убьем. Верни деньги, Витек. 60 миллиардов долларов. Это зафиксировано в документах как на Лубянце, так и на Старой площади, так и в кабинете Путина. Ну, а документы из кабинета Путина, по всей видимости, вот этому эксперту показал лично Путин. На крайний случай, Песков. Сколько там вывез Янукович? Хотя дальше уже ничего нового. КамАЗы. Янукович вывез не один, а 4 КамАЗы великих готівки. В свое время мы уже когда-то игрались с тем, что подсчитывали, сколько же нужно КамАЗов для того, чтобы вывести вот это вот количество наличности, о которой они все болтают. Ну, можете сами сейчас поиграться, возвращаться не хочу к этой теме. Ну, это будет смешно, честно. А теперь смотрите, по поводу Майдана. Янукович идиот, потому что он пострелял Майдан, а так бы он потом еще переизбрался. Это этот же эксперт. Проследите за мыслью. Янукович просто идиот. Если бы он не спровоцировал Майдан, не был бы отстрел наших ребят и нашей небесной сотни. Да, снайперы Януковича. Это тоже ничего нового. В общем-то, эксперт рассказывает о снайперах Януковича, в которых и не верят в то, что это были снайперы Януковича. Уже, по-моему, самые упоровшиеся. Но все знают, что переломным моментом на Майдане это было избиение студентов. Детей побили. Слушаем, отмотаем. Пожалуйста, вот то, что произошло в ночь с 29 на 30 ноября, это была спланированная акция, и враги Януковича это сделали. А тут уже Янукович не идиот, это все одна и та же передача, это враги просто Януковича это сделали. Ну а теперь бомба! Вы считаете, что этот Майдан организовал Турчинов? Конечно, и не просто организовал, это была спланированная акция. Сергей... Ну, Турчинов, мне кажется, не смог бы внятно организовать даже поход в кино для турчинят. Но теперь держите за поручни причины Майдана. Вот Майдан, который был в феврале этого года, он был исключительно собран только для того, чтобы Юлю вытащить из тюрьмы. Однако тут такая есть тема, рукописи не горят. До Майдана выступление этого эксперта. Им выгодно, чтобы Юля Тимошенко и Луценко сидели в тюрьме. Именно оппозиции выгодно, не власти. Круто, да? Ну, а Янукович – вселенское зло. Продолжаем тему. Он убил Кулика в свое время, а отравил. Был в чай подмешан яд. Это был эффект инфаркта. Янукович вообще такой крупный ангел смерти. Где проходил, там все и валились. А кто брал Кушнарева, с вашей точки зрения? Янукович. И все время, пока я смотрел на этого эксперта, которого используют украинские СМИ для доказательств там, чего-то, у меня не отпускало чувство, где-то я его уже видел. Где-то я его видел, и потом вдруг я понял. Прозрение было настолько велико, что я едва не упал со стула. Нет, не может быть, подумал я. Не может быть. Но факты, вещь упрямая. Дочь для дочери старовато. Сестра. Они нашли друг друга. Сколько лет они прожили порознь. Для того, чтобы встретиться в итоге. В Украине. Ведь только в Украине средства массовой информации несут ахинею, которую им рассказывают абсолютные проходимцы. Проходимцы, которые сегодня рассказывают одно, завтра рассказывают другое, а послезавтра третье. Такие они, украинские СМИ. Такие они, украинские средства массовой информации. Надеюсь, мой блог помог вам в очередной раз убедиться в том, чего стоят эти средства массовой информации. До новых встреч, друзья мои!